после войны было, но все равно. А сейчас что? Дружков Игорь Валентинович поехал, надо сказать, что подождал, встретился, если пожелает. Здорово были. Едет председатель сельсовета. Езжай, езжай, тебя никто не держит. Давай, сепаратист. У меня, говорит, сепарируй. Я говорю, сепаратист. Хорошо, что он смеется. Вот так поехал. Он их сейчас встретит. А он всегда за вас. Да, я знаю. Он всегда. Сейчас спрашивает меня, как можно там оставлять эту машину, ну, прицеп. Ага. Я говорю, ты в прошлом году оставлял, у тебя свой ключ есть, да? Замечания были, он говорит, нет, я говорю, ставь. Ну, вопрос, спаси Христос. Да, он ставит на неделю, а там калитка на замок закрывается, на ключ. И все там не только уж так, беда какая. Ну, ничего не терялось по сегодняшний день. Мы молимся, я приехал сейчас, давайте, маленько побыл и взял святой водой, все вокруг покропил. А уж как Бог даст. Видишь, как вот работает, технику готовят. Там видно, что-то он там пилит это.